Сегодня решил снимать видео. На улице у нас опять дождик. Снимать буду не на телефон, который я сейчас снимаю, а на экшн камеру китайскую. Чтобы дольше она снимала, включаем ее через повербанк. Тоже купил корпус в Китае, отдельно батарейки туда вставил. Только она может снимать, пока карточка не заполнится. Ну так, следующее продолжение видео будет уже на эту экшн камеру. Ну вот, сейчас уже изображение идет с камеры. Нажимаю на камеру кнопку Wi-Fi и через приложение заходим. Получается, на экране телефона мы видим у нас снимается. Так, сегодня у нас видео будет такой вот чемодан новый, потому что эти два чемодана у меня уже забиты без основного воблера, который ловит китайский. Решил сейчас новый чемодан сложить, все новые воблеры. Который буду испытывать в этом сезоне. Вот такие вот подмагалончики, положим их отдельно. Все новые воблеры у нас будут лежать отдельно. У этой камеры все хорошо, очень большой угол захвата. Есть минус, звук не очень хороший. Так, вот такой вот уже новый. Тут новый воблер примерно будет складывать по классам. Вот новый воблер, тоже достаточно интересно. Два вот таких воблера. Все воблеры куплены на AliExpress. Такой вот интересный цвет. Как бы все. Конечно, воблеры остались, которые уже использовались. Сейчас мы выкладываем вот эти воблеры.
дропал, я про них уже рассказывал. Не знаю, как они будут ловить, это все лобли, которые проложу, это новые. На них еще не ловил. Такой вот интересный лобли. Натуральный цвет. Но я думаю, что будет работать. А там рыбалка покажет, как говорится. Вот универсальный цвет. Если не изменяет память, перч, по-моему, называется цвет. Ну, не знаю, качество очень мне нравится. И будет еще ловить хорошо. Я вообще дурак. Такой вот интересный цвет. Как правило, если из Китая приходит воблер в коробках, это качественные воблеры, и они реально ловят рыбу. Ну и стоит он не соответственно дороже. То есть покупая воблер за 50 рублей, не ждите от него что-то там гениального. Ловить рыбу, может быть, он и будет. Но цвет и покраска будет не совсем хорошего качества. Далее идут у нас два вот таких вот воблера. Уже говорил, ушки этих воблеров нам проклеивают суперклеем. Вот обычный суперклей. Вот эту только одну ушку не проклеим. Просто бывают случаи, что в ушках образовывается дырка, вода наливается в воблер, и он перестает работать. Очень часто такое бывает с китайским воблером. Опять же, с вот этим дешевым воблером. Те воблеры, которые приходят в коробке, ну, никаких вопросов не бывает. Буквально по капельке суперклея. Дальше. Вот такой вот интересный воблер пришел совсем недавно. У него тут отверстие в лопасти. Я так думаю, при троллинге он будет очень завихрение. Шел в коробке, поэтому достаточно качественный. Также вот такой интересный воблер, имитирующий стаю рыбок.
заказал его. Буду пробовать. По-моему, только осенью такие воблеры начали продавать. Воблер совсем новый. Также вот такие вот интересные воблера, которым тоже надо проклеивать петельки. Ловлю я в основном троллингом. Сейчас запрет до 10 июня. Поэтому подготавливаемся к рыбалке. Скоро буду делать столик на лодку. Для эхолота, аккумулятора. Буду тоже все снимать, покажу. Канал подписан, я думаю, увидит все это дело. Кто не подписан, подписывайтесь. Вот такой еще магалончик. Интересный цвет очень. Тут эти кости дополнительно. Покажу их вот сюда. Два вот таких угля больших. Все проклеено, все хорошо. Так, тут у меня есть два вот таких вот воблера. Такие пузанчики. Не знаю, может, кто-то такие заказывал. Если кто на такие ловил воблеры что-то, напишите в комментариях. У меня они совсем не пошли, не ловятся. Но я ловлю только троллингом. Вышел такой интересный. В принципе, троллится тоже хорошо. Но крючки вот поржавели все. Не знаю, ничего тоже не ловилось. Они лежат короткие. Я их с собой не беру. У нас вот такой вот черенький интересный воблер. Я смотрю, все проклеено. Тоже буду пробовать. Вот воблер, на который у меня очень большие надежды. Очень интересная расцветочка. Качество очень хорошее. Ссылки все будут под видео, еще раз повторяю. Вдруг кому-то понравится.
хвостиком. Такой воблер. Какой расцвет? Многие, знаю, показывают, как они в ванной себя ведут. Но я не вижу смысла в ванной. Вот бассейн поставлю, когда детям будут показывать, как они себя ведут в бассейне. Но я считаю, лучшая реклама воблера — это когда на него ловится рыба. Достаешь этот воблер с рыбы. Старые эти воблеры я еще не испытывал. Все новые. Кроме вот таких вот, такого типа. Такого типа вот ловит воблер. Ну, на данный момент все новые воблеры я положил в коробочку. Какие будут еще новые приходить, буду рассказывать. Удобный коробки. Их я покупал не в Китае, в строительном магазине.